Углубиться в православие, традиции страны. Такую цель поставила для себя Наталья. 2 года назад переехала из Санкт-Петербурга в Москву, поступила на богословский факультет. В свой выходной решилась на спонтанную поездку в Звенигород. Мимо выставки свода образа и лики пройти не смогла. Как бы керамист по профессии, и я очень обрадовалась, что здесь вот сохранены прекрасные печи. Вот. Такая архитектурная керамика, вот направление меня очень интересует, поэтому меня очень, да, порадовало это. Экспозиция разместилась под сводами старинных царицыных палат. Она наводит на мысль о богомоле к звенигородскому чудотворцу Саве Старожевскому, которое в разное время совершали князья, цари и простолюдины, а еще заставляет поразмышлять об историческом пути России. Это такая выставка, которая являет нам путь русской души, будь то в сословии крестьянском, будь то в сословии царском или духовенстве, на поклонение к чудотворцам. И мы имеем в виду, конечно, путь к Саве Старожевскому. 5 залов, 5 разных эпох. На выставке представлены экспонаты не только Звенигородского музея. Здесь можно увидеть старинные русские печи, костюмы, иконы и не только. Из личной коллекции Ивана Глазунова. Предметы старины художник собирал во время путешествия по русскому северу. Крест Христов – это одно из главных таких христианских символических изображений, которое любому христианину расскажет и напомнит о его необходимости жить по-христиански. Выставка «Свода образа и лики» в Звенигородском музее будет работать до 23 ноября. Карина Гиряшева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».